Простите. Всех приветствую, всем здравствуйте. У нас сегодня день отъезда. 28-го мы дома будем. Можно провалиться, да, там люк. Пойдемте скорее на фонтан полюбуемся. Мы ждем, потому что Виталий, да, Виталий ушел за машиной. Машинку Виталий сейчас возьмет и на вокзал нас отвезет. Нет, а мы через раз-то пойдем фонтанчики посмотрим напоследок. Ева-то у нас как любит фонтанчики-то, да, жаль, что у нас нету. Да, ну вот когда-нибудь будут китайские фонтанчики. Ага. День-то сегодня такой хороший прям. А все? Все? Все. Матвейка, пойдемте. Виталий уже подъехал. Пойдемте. Все. Так, издалека хоть посмотрели. Красота. Пойдемте скорей, малышня. Сейчас 2 дня в поезде. Будем отдыхать. Мам, цветочек, ты моя зайка. Маме, что ли, даешь? Пойдем скорее, папа, вон чемоданы грузят уже. Все. Ой, чемоданы сгружают. Тихонько не упади. Вот, сейчас загрузимся. И на вокзал. Так, мы на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге. Виталя придет с водителем Бургер Кинг. Там чем покормить. Может. Детская. Пойдем сейчас сходим, вон, ребятишек покормим. Мы утром не позавтракали. Давай, сейчас будешь кушать. Давай вот так. Будешь кушать. Это давай вот так вот. Ой, горяченькие. Пальцы не бери в рот. Аккуратненько, давай вот так вот. Помоги. Все, у Евы тоже сейчас будет. Все. Ну вот, постели застелили, Виталия, переоделись. Пока сказали. Пока Виталий сказали. Да, сказали Виталий пока. Колыть. Давай, открывай сама. Не могу. Не можешь? Ой, сходили в душ, ополоснулись, вспотели, потому что было очень жарко. Бегом, бегом. Не купила, сына. Мы вчера уже поздно в магазин пошли. Там ничего не было. Давай, открывай. Куколку. Какая красивая куколка. Да. Шляпка у нее здесь. Смотри, одевай давай шляпку. Вот так вот, да? Одеть? Конечно, шляпку одевай давай. Вот так вот. Ну все, будем ехать домой. Ой, ребятишек немножко покормили, зашли в это во вкусную точку. Поели сейчас. Сейчас уже до следующего раза. В общем, все у нас есть. Вода есть, продуктов набрано. Всего. В общем, будем отдыхать пока. Да?
Играй давай. Все. Получится? Ну вот. Давай рисуй. Куколкой поиграла, а мама брала книги вот такие в дорогу. Будем раскрашивать, рисовать, да? Рисовать. Да, немножко книжечек подкупили. Будем заниматься. Купила. Матвейка в телефоне. Мама купила. Угу. Катю, мне. Конечно. Давай, раскрашивай кенгуру. Вот так. Рисуй давай, старайся, ладно? Да, молодец. Какое небо. Красивое небо. Хороший день. Кенгуру, да. Коричневый. Коричневый. А буква-то какая у тебя? Коричневая. А как она называется? Буковка-то как называется? Н. Буква К. К. Н. Смотри, сколько у тебя зверей на букву К. Какие у тебя звери? Кадиль. Коала. Кенгуру. 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 А еще кто? Котеночек. Котеночек. Давай, раскрашивай. Ноги покрасила. А каким у тебя цветом-то крокодил? Зеленый. Зеленый? Гена крокодил зеленый, да? Вот так. Ты будешь? Щелк. Чего? Крокодил щелк зубами. Зубами щелк, да? Ты будешь рисовать? А чё? Потому что я вот. Чё у тебя там? Мафуля. По-моему, мафуля. Может, порисуешь? Видишь, я чё помню. Молодец. Блестит, да, машина? Здорово. О, вот так вот. У каждого свой интерес. Ай, какой у нас крокодил зеленый. Рисовать надо. Рисуй давай. Молодец. Ты у меня молодец. Клади, да? Карандашик убирай, другой бери цвет, какой тебе нужен. Красный. А красный что ты будешь раскрашивать красным? Кто у тебя красным-то цветом будет? Вот. Коала-то красным разве? Коала. Ну она же не красная. Не красная? Нет. Нет? Нет. Не коала? Да, брюшко у нее, наверное, беленькое. Да, ну можно сереньким раскрасить. Вот куда-то серень... мы подъезжаем. Серенький. Серенький, правильно. Карандашик серенький. Смотри, я поехал. Поехал? Куда ты поехал? Молодец. Поехал он. Двумя ручками. Держи вот так. Все. Проголодались ребятишки. Плоховато, конечно, поели. Утром мы не завтракали. Мы зашли в кафе, да? И немножко покушали. Картошки фри прям захотелось. Еще просили. Я говорю, давай, вот у Евы тут остался бургер. У Матвейки. У Матвейки салатик мама тут сделала. Так. Давай мама тебе тоже огурчик даст пилочкой. Все, папа у нас спит. Проснется, покушай, Даськой. Вот огурчик. Дайте кушать и приятного аппетита. Ты вроде наелась, дочь. Нет. Как нет? Пап, колыть хочу. О, какая. Ты в прошлый раз такую пора играли. Ну, я взяла им, ага. Да, наполовину гамбургера съела. Помидор. Ну, помидор. Куда ты достаешь? Ты салат ела, дочь. Да так оно. Помидорки. Помидорки, да. О, какие помидорки. Да, Марина говорила, что там уже начинает поспевать. Давай, положи их на место. Приедем, огурцов наросло, наверное. Вот. Да зачем ты все достаешь-то, мы дочь? Мы покушали, не надо ничего доставать. Лапочка, поднимай давай. Мы куда?
куда-то приехали. Куда приехала? Какая-то станция, наверное, да? Дебунилиемская. Как? Говорю, Дебунилиемская. С платформы, говорят, это город Ленинград. Едем из Балагое, кстати. Балагое. С платформы, говорят, это город Ленинград. Не знаю. Ничего себе. Ой, фонтанчик. Я вас, смотри, фонтанчик. Что за сутки? Шутки. Еду я три сутки. Ага. Поезд. Не ночь. Где не наш поезд? Мы в нашем поезде едем. А там... Не знаю. А там у нас остановка. Ну что? Она, наверное, не сильно долгая, да? Хотя... Не будем пока выходить. Хлеб. Красивенький. Пастон. Ой, вот так вот едем. Едем. Проезжаем станцию Болезина. У нас новый день, 27 июля. Да. Что, как вам едется? Ты давай не бегай. Смотрите в окошко, смотрите, давайте, не бегайте. Хорошо, ночь прошла, да? Проснулись почти в обед. Держись, давай, смотри в окошечко. Мам, не бегай. Не бегаешь? Молодец, не бегай, давай, все. Лялечка спать ушла, все. Маленькая. Она спать ушла, мама, Лялечка, да. Да. Нет, не спать, а они пошли покушать, походу. Покушать. Покушать тоже надо, да. Большой, да. Куда-то приезжаем уже. Не, домой нам еще ехать. Виталия, едем от Виталии мы едем, да? Домой. Домой едем, да. Вот те коробки приклеили. Молодец. Решили позаниматься, да? Сейчас тетя ходила, носила товар. Всякие раскраски, бальзамы. В общем, много всего интересного от железной дороги. Вон даже книжка есть. И ценник там такой интересный. Пластилин, значит, 400 рублей стоит. Товары в дорогу. Вот, все, что имеется, можно посмотреть в этой книге. Детям, конечно, тут же сразу все захотелось. Еле захотелось пластилин, раскраску. Пластилин 400 рублей вроде стоит. Ой, ну смотри, Ролтон-то 125 рублей. Да? Ну, я бы да. Сказал 100. 125. Да-да. Тульские пряники по 150 рублей. Ну, в общем, цены, конечно, такие... Ну, у нас хорошо с тобой. Мы сразу достали. Не зря купили. Ролтон почем брала? По 60? По 50 с копейками. Ну, грубо я угадала, два раза. Кстати, смотри, подстаканник со стаканом стоит 5650 рублей. Вот разобьешь, ты заплатишь денежки, да? Так, вот. Угу. Так что не надо. Сейчас звездочку будем искать. Да. Брелочки, о, такое бабочка. Все. Молодец. Все, давайте, играйте, играем. Вот. На сметанке. Семи.
вылетала. Погода какая дождливая. Хорошо, да, что мы зонтик взяли. Купили зонтик. Купили зонтик для Евы, да? Тут у нас такой из Петербурга красивый зонтик. Зонтик купили. Конечно. Приедем домой, у нас там тоже зонтик. Фу, зонтик, дождик. Ешь давай сметану. Папа сметаной кормит. Вечер. Веселый вечер. Лялечка. Да вы все ляльки маленькие еще. Не ходи туда. Далеко. На улице плюс 14. В вагоне 23. Да, время 19:32. Что надо? Ну, дети пока играют, скоро спать надо будет укладывать. Потихоньку, потихоньку. Мы уже подъезжаем. У нас время 1:31, показывает московское время. 3:45. Ева у нас уже одета. Папа уже чемоданы унес туда. Коляска, чемоданы. Все подготовили. Оделись. Ребята тоже готовятся. Да. Не хочется вставать. Матвейка поздно спать лег. Ну вот, мы приезжаем в Каменск-Уральский. Будем брать билеты в кассе на простую электричку. И во сколько мы дома будем? Во сколько она приходит? Дома? Ну? До 5:00 7:00. В 7 утра мы уже будем дома. Будем отдыхать. А с вами мы на этом попрощаемся. Скажем всем пока-пока. До скорых встреч. Всем привет и всем пока.